Засиять, засверкать, преобразиться – город готов со дня на день. Специалисты предприятия «Омега» делают для этого все возможное. Каждый день новые фонарики зажигаются в разных районах Ленинска-Кузнецкого. И с каждым днем новогодний облик города становится более завершенным. Любой праздничный наряд будет выглядеть незаконченным без украшений. Роль драгоценностей для городских улиц выполняют электрогирлянды. Первыми в новогодние огни нарядились проспекты Ленина и Кирова. Здесь восстановлены и отремонтированы 48 растяжек из строп-ламп и дюралайта, 7 светодиодных фигур, 5 светодинамичных фейерверков. На опорах освещения вдоль главных городских магистралей смонтированы светодиодные конструкции, 44 канделябра в виде звезд и волна. В Ленинске-Кузнецком чувствуется приближение Нового года. Да, вы знаете, чувствуется. Сейчас ехала с внучкой из садика, обратила внимание, кругом огоньки, и уже чувствуется, что, в общем-то, готовятся люди нешуточно к празднику. Есть ощущение праздника. Во-первых, иллюминация, вот, все красиво, снег, горки, детвора высыпает на улице, да, вот. Ну, соответственно, люди, другое настроение совсем, не то, как в будни ходят, там такие буки туда-сюда, вот. Подарки. Магазины пестрят изобилием. Вот. Ну, чувствуется, в общем. Практически ни одно предприятие в городе не осталось в стороне. На зданиях офисов, учреждений культуры, образования, спорта, здравоохранения, социальной защиты, торговли оформлена праздничная иллюминация. Мигающие новогодние растяжки над магистралями, световые панно на домах, контурная подсветка, световые неоновые гирлянды и сетки, раскинутые на деревьях вдоль главных улиц, придают последним по-настоящему сказочный вид и привлекают внимание не только детей, но и взрослых, создавая у горожан праздничное настроение и ожидание маленького чуда. В этом году главная елка города и снежный городок разместится на площади УДК Ярославского. Вот я смотрю, УДК Ярославского строят уже снежный городок, фигурки снежные. Но замечательно, вот стою размышляя, думаю, а что еще здесь? В центре что еще могут придумать? Ну, вообще здесь елок достаточно. Можно и здесь что-то, кстати, придумать с тем, что есть, с этими елками. Елка – неотъемлемый реквизит Нового года, но я думаю, все равно тут будут энтузиасты, которые поставят свои елки, пускай маленькие, но они будут в центре. Центр, он и есть центр. Вновь украсили город и объемные светодиодные фигуры разноцветных матрешек, скоморохов и лосей. Как и в прошлые годы, в городе объявлен ряд конкурсов. На лучшую новогоднюю игрушку и лучшую снежную фигуру среди школьников. На лучший снежный городок и на лучшее оформление двора среди организаций бюджетной сферы, частных и промышленных предприятий. В общем, вот так всеобщими усилиями Ленинск одевается в праздничный наряд и каждый вечер радует горожан своей красотой.